холода посетителям ярмарки у Искры не страшны. Основные торговые ряды расположены внутри большого павильона. Не забудем обработать руки антисептиком, взять бесплатные маски и перчатки и вперед. Прямо у входа нас встречает прилавок с дубленками. В нынешнее время утеплиться вовсе не помешает, тем более, если это можно сделать, экономить деньги. Сейчас очень большие скидки, февраль месяц все-таки. Вот это фабричный Китай, это фабрика, это не подделка, со стегивающимися капюшонами. Все шерсть натуралочка, до единой вещи здесь все натуралка. Дубленки короткие, длинные, средние, какие хотите есть. Рядом с прилавками с одеждой можно найти книги, игрушки, посуду и украшения. И каждый продавец заботится, чтобы товар был привлекательным и безопасным. Так у детей никакие аллергии ничего не вызывают. Для этих целей у нас тут есть представлена Белоруссия, которая товар не аллергенный, в общем, пижамки различные такие, Турция очень хорошая, ну, Польша есть, также есть еще, если хотите, Таиланд и Венгрия даже кучу. Будьте любезны, пожалуйста. Товар хороший, сертифицированный. Особенность ярмарки в том, что здесь можно подробно обсудить достоинство товара, попросить скидку. Некоторые продавцы делают из общения с покупателем настоящее представление. Гордость нашей коллекции – это, конечно же, чесанный лен внутри. Это делает Вологда, Кострома. У нас ни одного грамма синтетики. Но есть несколько палаток и на улице. Вот здесь, например, продают различные теплые носки, тапочки, безрукавки. А вот здесь товар особенный. Расскажите, пожалуйста. Ну, здесь изделия из верблюжьей шерсти. Есть Монголия, есть Москва. Ну, есть наколенники, пояса. Все хорошее. Также майки, водолазки. Все теплое, натуральное. Приходите. В продуктовых торговых рядах можно встретить как привычный товар, так и довольно экзотичный. А здесь, прямо в вашем присутствии, приготовят масло. Перед покупкой, конечно, дадут попробовать. Холодный отжим масла, ну, это свежевыдавленный. Например, лен в магазине, он горчит, потому что хранение неправильное. Еще одна особенность ярмарки – свежие продукты. Чтобы сохранять такое положение вещей, у каждого продавца свои секреты. Взять хотя бы рыбный отдел. Камчатка, Мурманск, Сахалин. У нас всегда свежие. И все позиции ходовые мы привозим. То, что у нас товар не залеживается. Та же ситуация в отделе мясном, но здесь продаются продукты собственного производства, что ценят покупатели. Есть заводская, есть своя фермерская продукция. А что за фермерская продукция? Откуда? Гродненская. Гродно. Несмотря на то, что ярмарка у Искры хорошо известна жителям Видного, некоторые посетители делают для себя полезное открытие, особенно недавно переехавшие. Часто сюда ходите? Да, не с первый раз. Вы что? Да. А откуда узнали или просто мимо шли? Мимо шли. Мы недавно здесь в Видном, вот первый раз посетили. Ага. Ну и как первые впечатления? Отлично, здорово. Мед вообще прекрасный. Ну и все товары свежие. Очень приятное впечатление. Составьте свое впечатление и вы. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Довлятова. Видное ТВ.